И вновь приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала Energy Games. Продолжаем прохождение игрушечки Viking Conquest к игре Mountain Blade Warband. И сейчас мы будем принимать участие в турнире Тунсберга. Давайте-ка на турнир мы заходим, значит, ставим на себя 100 пени, принимаем ставочку, значит, 3 команды по 6 бойцов, поехали! Воу-воу-воу! Красная команда, какие офигевшие ребята, сразу в битву. Ну-ка, ребятки, стоп, стопай. Так, еще двое. Отлично, один. Красавцы. Ух. Первый раунд наш. На себя соточку. Так, 4 команды по 5 бойцов. Блин, зелененькие тут нас сейчас прижмут. Блин, да ну нафиг. Развернись кто-нибудь. Красненькие — это плохо. Так, двоих оттянул. Ёптать. Мне бы мечишка не помешал. Господи. Почему вас так много? Ну-ка, раскройся. Блять. Нет. Лишь бы к стене не прижали. О, блин, все, не, это пипец. Это пипец. Ну что, вылетели с турнира? О, не. Принимаем ставочку. 4 команды по одному бойцу. Хорошо. Топор дай мне. Оу. Блин, и все на меня бегут, смотри. Блять, атлетика не развита. Блин, можем мы тут через стену махнуть? Все, великолепно. Они между собой затесались. Топорика валим. А, не получилось. Откройся, царевна Будур. И я первее. Хельги ранен ударом Ярла Хакана. Хе-хе. Так, на себя. Соточка. Опять так же. 4 команды по одному бойцу. Блин, копье. Убегаем мы от него. Сука. Как бы вас столкнуть вместе, ребятки? Вот, отлично. Что у него тут было? Блин, копье. Только дай-ка мне топорик. Опа! Как я ловко. Держи. Это было красиво. Сам тащусь. Сам в восторге. Так, принимаем ставочку. 2 команды по одному бойцу. Отлично. Держи, регулярный воин. На себя опять. Так, согласен, конечно. 2 команды по одному бойцу. В 6 туре состязаний. Блин, опа. Тихо. Ну-ка, дай-ка, куда они полетели? Возьми. Еще бери. А, блин, не успел. Да что ты? Как ты быстро прибежал-то? Оттянем ему вперед. Потом назад. Вот так вот. Так, вперед его оттянем. Оттянем. Потом назад. Вперед оттянем. И вот так вот. Отлично. Ветеран. Уху. Так, лавровым венком награждаемся. Хорошо, в принципе. Так, на пир обязательно заглянем. Заглянем. Так, летописец Норман. Да давай поговорим с ним. Приветствую вас, милорд. Что вам нужно? Кто ты такой? Ох.
На этот вопрос не так-то легко и ответить, а если кратко, пишу историю для потомков о великих людях. Уточню, пока занят писанием жития короля этих земель, и ни чуточки не сомневаюсь, что она принесет ему много известности не только в будущем, но и сейчас. Я летописец. Бля, так бы сразу и сказал, что ты летописец. Я хочу, чтобы ты написал мою историю. Ого, чего вы захотели? Теперь вы станете самым влиятельным и важным человеком в этой части мира. Да блин, я и так влиятельный и важный человек в этой части мира. Чё, не видно, на мне корона. А для этого надо подвинуть того, кто занимает это место сейчас и правит в этих землях. Оно так бы сразу бы и начинал. Вы действительно хотите задаться такой миссией? Естественно, мне больше делать просто нечего. Я хочу задаться такой миссией. Вы дюже смелы, чтобы взять на себя задачу объединения всех малых королевств и противоречивых ярлов северных народов по вашим командованиям. Хотите войти в историю, и чтобы я написал о вас рукопись, тогда вам надо стать конунгом всех скандинавов и подчинить территории, в которые входят города Риби, Тунсберг и Дористат. Удачи вам, и возвращайтесь, когда выполните миссию. Тогда-то и возвеличу вас на бумаге в веках, как великого конунга всех времен и народов. Ну ладно, всех времен. Хорошо, наверное, пора прикупить чернила и пергамент. Я скоро вернусь. Ну не скоро, конечно, это ты загнул, что скоро, но... Будем к этому стремиться. Так, а это кто такой? Королевский бард. И больше тут никого нет. Ну что ж, ладно, тогда... в медовый зал мы еще раз заглянем. Посредничек у нас, по-моему, никого нету. Никого, естественно, нету. Так, странник. Странствующий бард. Застрельщик. Ну, в принципе, нам надо выдвигаться. Так... местных торговцев мы, по-моему, затарились, да, тут? Ну да, венцо им тут поскидывали, смолы набрали, деньжат еще рубанули, плюс турнир 54 900, почти 55 штук. Меха 194. Да, давайте поплыли отсюда. Ой, стоп, сейчас мы лошадочку отдыхать пошлем. Так, отплываем отсюда. Переключим эту музычечку. После полудня, в принципе, время... Ну ладно, к оплытию мы готовы все равно. Там, если что, команде есть чего выпить. Так, имущество, значит, наша хромая лошадочка. Давай-ка ты в инвентарь, пока мы плывем до Риба. Здесь вот немножечко отдохни. Все, 55 смелых отважных бойцов плывут до Риба. Вот, к этим землям, хотя, в принципе, сумерки, давай успеем мы до земли добраться, чтобы передохнуть, там переночевать, сумерки, нет. А пока природа блещет изобилием красок, люди пополняют свои припасы и готовятся к зиме. Очень великолепно, очень хорошо. Место высадки. Успеем? Да давай. Вечер у нас еще. Так, лагерь. Подождать некоторое время. Все, повышение прошло. Поплыли дальше. Ваши недовольны, потому что они... Блин, все-таки ночь провели. Надо было дождаться чуть попозже. Я думал, просто они там... Что-нибудь у меня своруют из инвентаря. Хотя... Я, конечно же, тупанул. Эрилчо. Командир, блеск твоей славы затмевает... Так, все понятно. Остается он еще ненадолго. Он хотел слинять просто. Мы, как всегда, уговариваем этих нытиков. Да, кстати, слушайте, стоп, отряд. Дончат у нас. Ну-ка поговорить с ним. 53, да? Давайте-ка мы его отправим. Чтобы право на трон он нам повышал. Он один, по-моему, только остался. Я всех уже отсылал, как вы помните. Так, королем этих земель... Думаю, да, так что поможешь мне осуществить этому? Конечно, господин, теперь хитрость в том, как привлечь на вашу сторону остальных. Как вы знаете, происхождение для многих показатель достоинства. Возможно, у вас есть предки, о которых вы мне сказали. Возможно, у вас есть предки, о которых вы мне сказали. Конечно. Так, давай дальше. Да, думаю, я слышал о таком роде. Их точно...
и уж точно смогу сочинить всю родословную. Если вы позволите мне отучиться, я поеду по селам и городам и за несколько недель разнесу слова о вашем благородном происхождении. Конечно, я буду надеяться, что вы не забудете своего верного подданного, когда будете раздавать надел. После того, как вы станете полновластным и могущественным правителем. Конечно, чувак, давай все будет в ажуре, все будет чики-пуки. Так, вольник Норман, давай-ка ты до Фригольдера, немножечко я упустил твое повышение. Сейчас мы это исправили. Так, Рибы, где Рибы? Вот он, Рибы. Переключим эту музычку страшную, эту тоже переключим. Вот спокойная такая музычка какая-то заиграла. Так, порт Рибы. Отлично. Ну, давай посмотрим местных торговцев. L210. Блин, 210, в принципе, это дорого. Смола 400. Но мы еще потом смолу загоним в другом месте. 560. Так, вино, ничего не изменилось. Шерсть. Так, уходим отсюда, заглянем. Мало ли там крестьянин, которому нужно деревню спасти. Так, спасти веселая вдова, так крестьянина не... Надо брать такие задания у крестьян, это повышает нашу честь, в принципе. И воинов качаем заодно, и с деревней улучшаем отношения. Много плюсиков. Так, осматриваем город, побежали на пристань к корабельщику. Блин, немножечко приболел, поэтому, пардон, немножечко гнусавлю. Глава порта. Так, хочу, чтобы ты мне построил корабль. Необходим вместительный бюссе или буссе. Дуб нужно качество. Так, 48 600 пени. Ну, короче, все у нас есть, давай начинай строить. 33 дня. Мы отдаем древесину, смолу, шерсть и 48 600 денежек. Ну что ж, прощай, через 33 дня увидимся. Великолепно просто. Просто великолепно. Уходим отсюда. Хотя что нам отсюда уходить? Имущество. 6109 у нас с собой. А лошадка до сих пор хромает. Нет, пойдем отсюда. У нас 54 там бойца. Поплыли в Дунвик. И заодно у нас лошадочка тоже отдохнет. Надеюсь, что отдохнет. Навеки не останется хромой. Поздний день. О, блин, пираты. И в заложниках-то у них не тот, кто нам нужен из воинов. Но, блин, ладненько, давай все равно атакуем. Бойцов надо тренировать. Так, атакуем музычку. Музычку. Музик другой. Так, давай вот так вот возьмем. Попробуем сначала вот этот вот корабль, пока эти будут разворачиваться. Вот еще вот так вот заложим. Блин, не догоним мы его, похоже. Да, ладно, давай вот этот корабль, так уж и быть. Ну-ка, лови. Попал в кого-нибудь, не попал, конечно же. Чё, почему причаливаете постоянно там? Я не могу до вас добежать, блин. Держи. Остается только кидать.
Закидывайте. Давай, пацаны, бережем себя. Отлично, в задницу ему прям. Ай-яй-яй, тихо-тихо, все-все-все, не надо. А то сейчас утону. Началось, смотри, блин. Какая хрень. Будем надеяться, наши пацаны там справятся. А, блин, фригольдер погиб. А, еще один фригольдер погиб. Это плохо. На, ветеран, охотник. Так, за рабами возьмем его. Охотник за рабами. В принципе, кидается он, нам подойдет. Давай до 55 наймем. На этих так уж и быть, давай захватим. Готовская. Все воинам отдаю, боевой дух им приподнимаем. Так, что у нас тут на повышение? Фригольдер Хирман. Так, ветеран. Повысить до роботорговца. Еще можно их. Но это временно они у меня. Потом норманы все будут, естественно, у нас в отряде. Так, ускоряем чуть-чуть. Вечер. Вечер, это хорошо. Стоп, кто такие? Странники. В Дуновике мы переночуем, пацаны. В Дуновике. Так, медовый зал. Крестьянина нету. Но есть старый капитан. Блин, старый капитан — это классные ребята. Но экономим денежки. Денежки сейчас нужны. Местные торговцы. Винцо. 647. Маловато. Смола тоже что-то дешево стоит. Зато меха тут нормально стоит. Давай поскидываем меха. А мы получим 2981. Это много. Это много. Так, лошадочка у меня подлечилась. Ну ладно, еще пускай побудет. Мы тут перейдем. Так, подождем некоторое время. И ребятушки немножечко восстановятся. Все, пошли им утром по деревушечкам, по деревням да селам. Так, уходим. Так, немножечко сейчас микрофон. Друзья, выключу. Насморк, сами понимаете. Потом включу. Гребаная простуда. Так, ну, под нападением, может быть, давай вот так вот пройдем. Хотя не, да, вот так вот пройдем. Так, викинги, да, на 16 было. С заложниками хожу. У викинги, да, на сейчас побьемся еще. Купить провиант, так, шерсть. Железо 36, великолепно, сколько тут. А, сырочек еще возьмем по любесу. Вяленое мясо. О, начинался у нас сбор опять. Так, а тебе мы скинем, где у нас полотно тут было? Шерстяная ткань, вернее. 390. А, блин. Да хрена. 390. Ладно, ничего не будем тут пока кидать. Пускай денежки копятся. Уходим.
Сколько у вас? 28 викингов данов. Идите сюда, ребятки. That's a nice head you have on your shoulders. Так, с удержания позиций. Так, пацаны. Вперед. Немножечко вот сюда вот пошли. Стрелки есть, стрелков нету. Тихо, не психуем. Не ломаем щиты. Пошли сюда. Где? А, вон они, вижу. Но я поскакал на разведку. Если что, не прибегайте меня выручать. Хотя шучу, конечно же, прибегайте. Но лошадка, не подведи. Вот сейчас вот сбоку моего, а? Как моего? А вот так вот тебе, датский викинг. Элита, ептать. 151 опыта, 152 вернее, опыта получили. Так, четверых отвлекли. Давайте, кидайтесь, кидайтесь, кидайтесь. Вот этого еще сейчас зацепим. Это, по-моему, их не предводитель был. Хотя не уверен. Вот это вот еще. Уху, блин, лошадь. Прям в жопу. Так, ладно, все, степенимся. Иначе, блин, придется покупать коня. Он навеки останется хромым. Ну, пацаны, тоимся. Я с вами, братцы. Оп! Понеслась! Куда ты? Куда ты, пес смердячий? Отлично, лошадка, давай сюда. Блин, лошадка где? Блять, лошадку убили. Ладно, все. Все-таки лошадки досталось. Крестьянин. 53 у меня. Ну давай наймем. А, как положено. Так, соберем. Продадим. Так, повышение пацанам. Могучий воин. Вольник фрикольдер. Так, 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 так. Че у тебя тут, Элчо? Ты говнюк, но ты должен шлем Нормана носить. Так, 40. Ой, 47. Ничего себе, какой у тебя шлем крутой будет. Слушай, нафиг тебе этот. Нет. Подожди, ты его не достоин. 29, 8. 25. Кто у нас тут без шлема Нормана еще? Кевлин. Кевлин, братуха. На-к тебе шлем Нормана. Вот так вот. Погнали дальше. В Норхэм деревушечку. Ну и заодно викингов дан. Опа, 40. 40 челов. Сколько у меня в отряде? 54. Ну что ж, давай. Блин, и эти еще. Это 55 воинов сейчас будет. Сейчас будет жестко. Твою ж мать, как бы по отдельности вас захренакать. Вот, сейчас вот 15, да. Ульфхедин. Ну-ка, какой у тебя там щит? Не такой, какой я хочу, случайно. Так, братва. На прокачку пошли. На этот раз надо собаку использовать. И беречь лошадь. Я не посмотрел, блин, как она сейчас там хромая, не хромая, хотя. Да, вряд ли она хромая. Так, застрелочка, иди сюда, один. Крестьянин сюда пошел. Ну что, я поскакал.
пардон, я просто периодически, если вы слышите щелчки, это я микрофончик выключаю, когда мне надо сопли подтереть, короче. Приболел чутко, братцы, пардон. За подробность. За сопляные подробности. Пульк один первый бежит. Ну, нет, щит не тот, который я хочу. Вот так вот моего. Еще один. Еще один. Готов еще один. О, мои пацаны уже начали стрелять, отлично. Опа, какое-то копье. Опасно. Хорошо. Так, пехота в атаку пошла. Там, по-моему, один убежает вверх. Еще один убегает. Это по 152 опыта. Ну-ка давай. Итого около 300 опыта сейчас заработаем. Если догоним. А, блин, 108, пардон. Но все равно опыт. Собака, давай, может ты догонишь его? Опять про собаку забыл. Отлично. Захватываем, пригодятся где-нибудь, их сплавим. Так, 15, ну все, воинам отдам. А, чё? Минус 2 очка боевого духа. Чё там, полностью, что ли? Дух отличный. Почему минус 2-то? Фирман. Сколько в строю? 54. Ну, погнали. Особо, в принципе, мои воины не подустали, не пострадали. Пошли, 40 завалим. Так, содержание позиции. Так, стрелок сюда пошел. Собачка тоже здесь со стрелком. Я на разведку, как обычно, как всегда. Может, получится сколько-нибудь выцепить. Ах ты, блин! Я увидел копья просто и немножечко... Оп! Немножечко очканул. Чуть не припустил немного. Так, держимся на расстоянии, потому что у нас сейчас летят копья. Так, это копейщики, плохо. Опа! А вот и пипец пришел, ребята. Выручайте. Блин, атлетика у меня пока... Ах ты! Я хотел убежать, повернулся спиной, но меня догнали. У них атлетика больше прокачана. Ну, посмотрим на наших пацанов. Дернулся, ептать. Сходил на разведку. Ну да, это опасная штука. Не рискуйте лишний раз, друзья. Успел пацанов послать в битву. Так, пока ранены. Раненые у нас пацаны. Блин, Фригольдер Норман убит. Жалко тебя, Хирман Норман. Блин, Хирман и Фригольдер. Ой, блин. Много мрут наших. Хирман. Ну, наши победили один хер. Вот какой ценой, блин.
Ветеран-охотник готов. Куда вы бежите-то, ёптать? Вот этих вот бейте-то. Они лучников бьют. Вольников-норманов. Блин, долбоёб. А, пардон. Куда они пятятся-то? Кинул на растерзание свой отряд, а? А он еще сзади бегут. Это кто кидается? Дай Вейка, ну-ка покажи им. Молодцы. Вот так вот сразу надо. 46 воинов. Ну что ж, крестьян нанимаем. И крестьянок. Так, места нету. Как положено. Угу. Куда только мне это все девать, как положено. Давай вот так сделаем самое дорогое. Самое дорогое. А, ладно, все. Воинам отдал, у них минус идет. Боевой дух. 42 в строю, остальные все раненые. 44. Это нас преследует, что ли? Вернее, группа. Так, купить железо. Блин, железо покупаем. Вы получите 300. Ну куда я получу? Это слишком дохрена для них. Давай вот это вот скинем. Да. Хотя подожди, что у них там с обработанной кожей? 182? Давай возьмем. $26 еще заплатим. Ну нормально. Это нормально пока. Так, уходим. Пардон, заминочка была. Кто у тебя в заложниках? Крестьянин, крестьянка. На крестьян только нападают. 45 в строю. Давай. Здоровье не айс. Так, гражданские. Пошли отсюда. Пехота, блин, что ты там делаешь? Ну-ка сюда пошла. Собака пошла сразу в атаку. Ну ладно, рискну еще раз. Сразу на меня бегут. Копейщик. Хотя бы так. Ближе к нашим. Опа! Все, уходим. Лошадка покоцана. Валхала нас ждет, братцы! В атаку!
Да уйди ты, мать твою! Да что ты... Да блин! Ладно, в атаку пошли. Они сейчас до стрелков, до гражданских пойдут. О, все, забили их. Отлично. Двое убиты, один фиг. Блин, крестьян будем нанимать. Крестьянок воинам отдаю. 0 очков боевого духа, повышение. Так, буду. Я покоцал своих пацанов. Так, буду, что тебе дадим? Торговля, навык группы. Повелитель морей пускай будет. Так, метательная, одноручная. Фригольдер Норман. Готовск. Да, что-то жесть, братцы. Здесь даже отдыхать, блин, страшно. Вечер. Ну ладно, попробуем все равно отдохнуть, восстановимся. Нападут так нападут. Хотел напасть. Разбойники 17. Сколько у меня уже? 57 строю. Нормально. Ух ты. Элюшка у них тут в деревне. Так, необработанная кожа 211. Давай топорики скинем. Ботиночки место немножечко освободим. 145. Хватит. Уходим. Так, уходим. Желательно бы нам. Хотя чё, желательно пошли вот по этой стороне. Также обратно пойдем вот по этим деревушечкам. Так, кто такие дезертиры? 18, викинги даны 26. Неплохо с викингами сойтись. Стопэ, сколько в строю? 58 всех повысил. Нет, крестьянка, лагерные бабы пошли. Окей. Так, о пощаде, удержание позиции. Опять лошадочку не посмотрел, но ничего. Посмотрим когда-нибудь сегодня. Обязательно. Так, застрелы остались. Застрелы давай вот сюда вот. Пошли. Пехота чуть вперед. Собака пошла в битву. Я вместе с ней. Собака, ты мчишь. У тебя немножечко может отвлекутся. Вроде не хромает, не подпрыгивает. Оп. Так, пошел замес. Хотя нет, что-то она... Опа, играет лошадочка. Подхрамывает вроде бы. Давай, разгончик. Отлично. Бежали на пацанов, но мои справятся, ребятки. Опа! Ху, поймал. Я уже думал, лошадь прям полетит. Хорошо, щит подставлен. Это берсер кинул, по-моему. Говнюк. Нет, это... во, щит как... какой я хочу. Блин. Опа! Засадил в лошадочку.
ты бежишь? Ап, не достал. Ох, лошадочка опять прям на грани гибели. Атаку, пацаны. Щит, как я хочу. Да что такое? Как он в меня попал? Да блин. Да дайте. Я его завалил. А самое главное, щит бы такой, блин, достать. Щит берсерков. Лошадка ко мне. Блин, нахрена я выкинул-то его? Случайно нажал. Когда лошадка подзывал. Блин. Что ж ты будешь делать, твою мать? Всех уже упустил. Конечно. Давай, родная, скачи. Троих можно догнать, по крайней мере. Ну, троих и догнали. Так, все ранены. Датский викинг, крестьян. Не, будет больше крестьян, не буду намирать. Давай. Ух ты! Изношенная волчья шкура! Нам повезло хоть с этим. Лучше бы щит, конечно, был бы. Хороший видон. Может, священнику дадим? Боду. Асбьер, ну-ка покажи свою мантию. Че у тебя на сколько? 19-16. Где эта изношенная волчья шкура? 26-5-9. Продадим. Так, копищик. Элитный копищик Норман. Хотя давай до знаменосца. Вверх тебя. Так, крестьянин. Стражник. Крестьянка, лагерная баба. Девушки. Погнали дальше. Да, на 19. Естественно, валим их. Ой, блин, а тут 27. Давай, все равно валим. Сначала 19. Ну что ж ты будешь делать? Опять лошадочка не посмотрела, а? Так, бегом все сначала сюда. У меня гражданских очень много. Так, собака пока побежала вперед. Так, пехота сюда вот. Я пойду отвлеку пока. И полетели ножи. Оп. Двое минус. Щит как у меня. Нет. Не как у меня, как я хочу. Ты куда, друг? Че, струханул, что ли? Опа.
Напережение, видишь, кидает как. Ну вот и все, вот и отлично. Теперь просто набираем опыт. Великолепно. Так, крестьянок надо? Да ладно, не надо. Да, все воинам отдаю. Мне уже некуда там просто рассовывать это все. Так, отряд. Херман, могучий воин. И впереди 27 воинов. Сколько у меня строя? 58. Погнали. Мы трудностей не боимся. Содержание позиции. Так. Сразу строимся. Сюда пошли. Так, гражданские все здесь. Пехота, давай поближе. Ждем говнюков. Так, собака, давай сюда, пока что. Стрелки, давай сюда, вот сбоку пошли. Готовь, ребята, 10 шагов вперед. Ах ты, открылся не вовремя. Куда ты? Куда ты? Так, пехота в атаку. Забиваем их. Опаньки. Щит, который я хочу. А, блин, ну как так-то, блин, сволочь, он меня зацепил. Давай, братцы, добивайте этого последнего. Хотя нет, не догонит уже. Но мы выиграли. Давай элитных возьмем. Ухедина и всех остальных вот этих вот. Так, 67, как положено. Думал, будет щит. Думал, все-таки он выпадет, но нифига. Готовы к повышению. Крестьянка, лагерная баба. Готовска. Все, пошли в эту деревушечку. Покупаем провиант. Так, 64, хорошо. Стоп, смолы, сколько здесь? 349, не то. 900, 309. Или же нет, не 309. Давай-ка вот так вот скинем. Поменьше. Так, шкуру. Это 56, давай возьмем сорочку еще. Вот так вот поменяем.
Уходим. Ну и на этом я завершаю, друзья, эту серию. Пойду себе чайку с медиком налью еще и продолжу прохождение. Далеко не расходитесь. До скорой встречи. Пока-пока.